Всем привет, с вами Кирилл Максимов, и сегодня мы будем делать куст из Майнкрафта. Вот у меня есть всякие фигурки, немного видно на слева, и сейчас мы приступим. Для этого нам надо взять коричневый. Мы вот так вот возьмем, отделим часть, раскатаем. Вот у нас готова эта часть, и будем делать, разделять, надо нам 4 части. Потом мы сделаем из этого пластилина оставшиеся, сделаем главную ветку, хотя может из этих хватить. Не, хватит даже так. Так, поставим елочку обратно, упала. Ладно. Сейчас продолжаем вот так вот. Потом нам надо вот так вот сделать. И мы почти веточки сделали нижние. Сейчас мы будем делать главную. Нам надо опять, ну, уже сделать кружочек из этого. И потом хорошенько раскатать. Ну, не сильно. Допустим, вот такой примерно, чтобы было. Прицепляем вот это. Дальше нам надо светло-зеленый пластилин. Этот ложим часть. Вы можете угадать, что это за блоки, а можете у меня спросить в комментах. Здесь у меня еще мобы и растения. В конце видео будет мини-игра у нас. Так. Вот. У нас получился такой типа кубик. Не, надо поменьше это тогда сделать. Придется. Вот. Так. Вот мы уже почти сделали этот куст. Ставим его вот так вот обязательно. И ставим вот так. Но он поменьше, но я сделал больше здесь. Ладно. Дальше. Ты не включил микрофон. Все заново? Я же тебя спросил. Да? Новичок! Иди сюда. Сейчас я вам расскажу здесь историю. Вот эта вот свинья уже съела траву здесь. А голем спрятался. Это вот эта свинья, за которой я бегал. Ой, что-то она на собаку похожа. Ты уже говорила. Прикольно. Так, ой. Я голем. Ой, а где я? Я спрятался. Где я? Где я? А, вот это, наверное, я. Вот это я. Зомби. А сейчас... Можно покататься на свинье. Сейчас я тебя прибью. Я зомби. Убежали, убежали. Иди сюда. Завалила свинья. Так, ладно. И... О, лавовый куб. Ну, рассказывай, ты же там делал эти стекла. Стекла делал, песок добывал. Здесь ты чего? Вот это стекло. О, это блин. Песок. Я его даже не могу спинуть. А это что, черное? Это уголь. Я думал, это свинья накакала. Все, я вот эту вот лаву куба прибил. Сейчас свинью буду добывать. Свинью добывать. А вот это что за какашечка коричневая? Нет, это блок земли. А это на зеленом, это та дерн. Понятно. С тобой. Ну что, в следующий раз что ты сделаешь? Ну, тут мало фигурок, надо больше. Да? О, сделай, пожалуйста, вот эту, помнишь, обезьяну белую? Овцу? Да, 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 точно овцу. Сделаешь? Да. И черную обезьяну сделаешь? Какую черную? Это овца, может, черная? Ну, и черную овцу сделаешь, хорошо? А может, тогда и розовую чикенбабуни? О, очки точно, бабу... еще пару сделаешь, хорошо? Угу. Все, давай, до встречи. Я пошел. Ладно. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.